это совсем не то, что он всем говорит. Александра Лисютина появилась на свет 1 октября 1963 года в Москве. Она была единственным ребенком в семье. Девочку воспитывали мама и бабушка. С самого детства Саша была любознательной и общительной девочкой. В 1968 году, когда Александре было всего 5 лет, ее пригласили сыграть роль дочки Семена Семеновича Горбункова в известном ныне комедийном фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Первый раз. Нет, я никуда не еду. Мы провожаем папу! Девочка, что же такое? Фрист! Юная актриса появилась в нескольких кадрах, но хорошо запомнилась зрителям. В будущем Александра Лисютина не стала связывать свою жизнь с кино и сценой. Окончив школу, она поступила в Московский стоматологический институт. Александра посвятила свою жизнь медицине. Сначала она была простым врачом, а позже стала заведующей стоматологическим отделением поликлиники номер 28. Незадолго до смерти Александра Лисютина снялась в документальном фильме «Звездочки любимых фильмов», где встретилась со своим экранным братом. Они очень долго беседовали и договорились еще об одной встрече, которая, к сожалению, так и не состоялась. 25 апреля 2011 года тело Александры нашли на территории городской больницы. Задолго до этого близкие актрисы стали замечать ее странное поведение. Обследование показало психическое заболевание, которое развивалось очень стремительно и сводило Александру с ума. Медики изо всех сил боролись с этим недугом, используя сильные лекарства и терапию. Знакомые решили, что Александра Лисютина устала от такого лечения и решила уйти из жизни. Близкие не поверили в то, что она свела счеты с жизнью. Правоохранительные органы несколько раз проводили проверку по факту этой трагедии, но ничего криминального в смерти Александры они так и не нашли. Существует две версии гибели актрисы, вторая из которых – это несчастный случай. Александра Борисовна Лисютина прожила в этом мире 47 лет. К сожалению, не удалось найти информацию о месте ее захоронения.